Всем привет, с вами Неломоп, мы продолжаем играть в игру под названием Barn Finders. 57% пройдено, нажимаем на себя и загрузить последнее сохранение. Остановился я в прошлый раз на том, что я кучу вещей добыл из шахты, из бункера. И сейчас наверняка у нас будет следующий эпизод посвящен тому, что мы будем чинить некоторые предметы, некоторые чистить, выставлять на продажу и этими делами всеми заниматься. И хотелось бы, наверное, продажей заниматься, когда я буду. В туалет сходим, скажу, что я какие-то выводы сделал для себя. Что, в принципе, это все хорошо и весело, но в прошлых видеороликах я уже продавал. И сам процесс продажи не такой уже интересный, он как бы повторяется. А вот, допустим, когда уже чистку еще можно показать, допустим, почистить. Так, как-то нажимаю чистить. О. Чистка, вот пошли проценты. Или не пошли. О, пошли проценты. Чистки 100%. Так, пускай она прячется. Вот я сейчас буду чисткой заниматься быстренько, максимально быстро. Починкой. Вот, сложение. Возьмем. Жалко, что сразу два предмета нельзя. Вот, допустим, баллон возьму. Вот таким макаром мы будем заниматься. Тихо, баллон, только не взорвись тут мне. Ночью сейчас будем. Люди уже спят, а я тут чистить сейчас баллоны буду. Плюс трактор. А может, стоит показывать это все дело? Просто я думал, момент, когда я буду продавать, вырезать с видеоролика, а именно начать, когда уже новый уровень запущу. Вот так мне придется все вещи свои поремонтировать и выставить их на продажу. Так, все. Штука готова к продаже. Пускай она прячется пока что в инвентарь. И так надо постепенно все сюда принести, вещи отремонтировать. Так, вот тоже для ремонта бетономешалка. Но она будет, наверное, стоить недешево. Я тут ее пронесу, поместится. А тут? Что-то не особо она радуется, но тут помещается. Так, поставил. О. Ремонт у нас, конечно же, тут колоссальный нуждается. Сломанная зона. Видите, есть заплатки, там нужно бить молотком и ремонтом заниматься. Вот здесь еще побитая. И вот здесь побитая. Так, ремонт готово. Можно было бы, в принципе, начать, может, уже продажу потихоньку. Но я хотел бы вообще продажу. Может быть, один предмет, второй предмет продам, а все остальное повырезаю. Так, что? Вот еще автомат для ремонта. Автомат кока-колы. Ну, или напитков свежих. Так, запихиваем вот сюда. О, и ремонтируем. Так, где там еще нам нужно? Здесь. Вот здесь. Вот тут. Вот тут. Ремонт полным ходом у нас идет. Вон, тут довольно-таки, кстати, много ресурсов надо потратить на ремонт. И все, чем я ремонтирую, вот доски, допустим, у меня тратятся. У меня их сейчас 700, я их много насобирал. Но все равно ресурс, когда я нахожусь на новых локациях, нельзя им пренебрегать, нужно всегда его собирать, потому что может наступить момент, когда у меня его будет не хватать. Так, смотрим, есть ли там что-то еще на ремонт у нас. На ремонт у нас больше, кажется, ничего не осталось. Есть предметы для пазлов. Предметы для пазлов — это что такое? Но если вы еще прошлой серии не смотрели, не знаете, что это такое, то я вам сейчас расскажу. Тут имеются вещи, которые можно собирать. Вот, допустим, сейчас, наверное, камеру то соберем. О, нажмем теперь сборка. И вот у нас предмет собран на продажу. Мы его пока что в этот себе в сундук, в ящик складируем. А потом уже будем с ним разбираться. Это, по-моему, для... Подождите-ка. Еще раз. Это тоже пазловая вещь. Это, по-моему, как раз штукенция для нашего костюма космонавта. Где-то был костюм космонавта. Вот это да. По-моему, сюда. О, видите, вставилось. И там баллоны, эти всякие шланжики, трубки. Тоже, да, все мы постепенно... Вот этот вот еще баллон задний. Тоже к этому моменту относится. И в конечном итоге потом эта вещь очень... А, нет, даже не сюда. Оно автоматом перемещается, видите? Ты только к столу подводишь, а он сразу уже переключается... А, все, у нас больше нету ничего. Видите, все остальное на продажу чисто. Теперь я просто-напросто открываю. У меня тут еще... Так уже расставлено много предметов. Тут ничего расставлять. Тут нечего. Тут расставлены предметы. Теперь просто мне нужно переночевать. Глянем, кстати, на мою... О, у меня тут скоро... Раз, два, три, четыре еще уровня осталось. И конец игры. Больше негде туалетной бумаги собирать. Ложимся спать. Начинается новый день. И как раз... О чем я как раз я вам и говорил. Что процесс продажи вещей довольно-таки... Довольно-таки длительный.
И он занимает... Так, это можно разрушить, кажется. О, нитки заработать. Лампу нельзя. Вот. Он занимает довольно-таки продолжительное время. Ой, там что-то есть. Плакат. Я раньше что-то не замечал здесь. Может, я тут что-то еще пропустил. И поэтому я его, наверное, устраню. Сейчас открываем магазин. Покупатели приходят. Пока они еще не пришли, я в компьютер залезу. Письмо у нас новое. О, торги, торги. Пивной шлем. Пивной шлем. Следующее наше задание. Помогите обновление в арбандном сообществе. Какие-то непонятные цифры, буквы. Он работает где-то в тех краях. Так что, как я уже говорил, не могли бы вы найти, отобрать его старый пивной шлем и прислать мне. Все как в старые добрые времена. Принять заказ. Амбарный. Вот оно сюда нас тянет. Купить бензин. А, мы можем даже не заниматься продажами. Мы можем сразу, походу, отправиться. Или там будет аукцион. Если будет аукцион, то это печалька. Потому что аукцион я не выиграю, пока я не заработаю денег. Но там сверху не было таблички про аукцион. Тут просто процесс продажи, вы видели, если прошлые видеоролики, не очень такой увлекательный. Используйте топор, чтобы уничтожать хлам и собрать ресурсы. Это я все делаю. Это я все делаю. Что тут у нас за задание сейчас, интересно? Туалет. Почему туалет у меня ведет? Почему мужик стоит? Может, это какой-то намек, что там возле туалета будет что-то очень важное? Сейчас мы все это разузнаем и увидим. Так. Так. Аукцион. А нет, или нет? Авария. Инопланетянин. Это самая тарелка инопланетная. И это вот ФБР, или кто это? Служба безопасности. Сложная ситуация. Крэш-зон. Так, вот мы приехали. Давайте с туалета посмотрим. Почему-то такое было внимание к этому туалету. Что-то блокирует дверь. Что-то блокирует дверь. А что? Не знаю. Что-то блочит мне дверь. Фонарик включаем. Тут полицай стоит. Мне нужно в толчок. Прижало страх. Агент, идите мимо, гражданин. Тут смотреть не на что. Мы следим за вами. Так, а где он пропал? Он возле туалета уже стоит. Чувак, чё? Ай, чуть штаны не наложил. Шашлычок-то взбунтовался. О, уже открыто. И чё? Ответная бумага. Это лифт какой-то, я нажал. Куда меня отправляют? Я куда-то еду, ребята. Это лифт? Это лифт, а не туалет. Если я открою... Он закрыт! Это лифт. На первый этаж. Знак вопроса... Ой-ой-ой, что происходит? Я внутри летающей тарелки. Офигеть. Можно другие эти самые перемещаться. Подождите-ка. Мика. О, посетитель. Добро пожаловать в лаборатории Мика. 467. Ого. Помоги мне, охотник за старьем. Только на тебя я и надеюсь. Какой-то непонятный инопланетян. Они держали меня в подвале. Третий выключатель. Третий выключатель? И приятного пребывания. Подождите-ка, я ничего не понимаю. Тут, у меня тут все куплено. See you later, partner. Куда это меня тут заведут сейчас? Мика является ведущим экспертом по технологиям с 1823 года. Отмычка. Ой, тут, короче, головоломка конкретная. Это такой 4, 4, 3, 2. Нет. 4, 3, 2. О, все, разгадал. Так, это просто было. Ой! Что это такое? Рычаг? Должно ведь сработать. Нет! Что-то я сделал. Что я сделал? Я что-то делаю, ребята, не знаю что. Это я отключил.
Это включил. Отключил. Не знаю. Голограмма. Зачем? Это что такое? Оптичка. Забираем. Аптечка, написано, можно использовать незамедлительно ударопрочный полировочный пластик. Забираем. Это что такое? Тут все такое загадочное. Две бутылочки колы. Я хожу по полу, такой звук, пук-пук-пук-пук. А это что такое? Тут какая-то все загадочная ситуация у меня. Экран включаю, отключаю. Что это такое? Куда это все ведет? В потолок. Welcome. Это все одинаковые эти контейнеры? По всему, да. Вот какие-то бумажки валяются. И не одна бумажка. Бумажка и не одна. А зачем? Что это такое? На что она влияет? Так, подожди, какие-то контейнеры понаходил. Так, с ним хлам достаю. Добыл максимально. Стекло не разбивается. Это рекламка просто. И чего? Может, я что-то на верхних ярусах активирую? Но пускай будет... Или мне нужно наоборот... Мне нужно отключить или мне нужно, чтобы оно работало? Я отключил. Включил. Попробую на другие ярусы перебраться. Это я на ком этаже был? На первом. Нулевой? Давайте второй нажмем. Так. Ой. Ага. Тут меня, кажется, током шарахнет. Угу. Видите, тут много кают всяких. Есть интересно все это все поизучать. Документы какие-то, бумаги. То есть я должен кабель этот отключить? А если так прыгну сам туда вниз, я разобьюсь? Наверное, не стоит. О, лестница еще наверх есть. Я внутри летающей тарелки, напоминаю вам. Офигеть, внутрь летающую тарелку закарабкался. Так, мне нужно, наверное, это как-то отключить. Этот кабель, это синий кабель. Запомнили? Синий кабель. На первый этаж. Нулевой этаж мне нужен, что ли? Ой, я на первый переместился. Или на какой? Синий кабель нам мешал. О, вот нулевой. Я на нулевом. Наконец-то. Так, куда это все ведет? Вот сюда. Это тянется, вот это тянется. О, потушил. Тока у них там нету. И это надо отключить, наверное. И это отключил. Но оно горит все равно. Кабель горит все равно. Так, подождите-ка. Сейчас разберемся потихоньку. На первый этаж. Ой, что тут активно? Оно что-то горит внутри. Активно. На второй. Тут все равно это все работает. Посмотрите-ка. Outside. А, это на улицу? Нет! Я на улицу себя вытянул, по-моему. Нет, нет, обратно. Меня обратно вытягивает на улицу. Это портал натуральный. Чуваки, нет, давайте мне обратно. Видно, это классный уровень, но тут все очень запутано. Сейчас обратно туда залезу. Так. Нулевой этаж. Первый этаж. Так, какие-то есть системы. Есть системы. Тут какая-то штукенция у меня крутится. Нулевой. Я на нулевом сейчас, правильно? А почему единица написана? А сейчас на двойку. Что тут можем изучить? Ну давайте изучать, ладно. Технология 156. Так, это отключаем. О!
Танцующий инопланетянин. И пропал. Что-то я еще отключил. Желтое. Баллон. Это вино? Бустер. О, лягушонка нашел. Это нам коллекцию. Шкафчики, шкафчики. С книгами. Ой, тут все очень-очень... Ух ты, планшет, компьютер какой-то. Планшет Лилка. Планшет позволяет пользователям регистратора данных под названием от компании. Так, нас там что-то настраивает, свои там какие-то штукенции. Так, какие-то пигулки. Спреи, шкафчик, калькулятор. Так, ой, сейчас будет колбасево. Блюб-блюб-блюб-блюб-блюб. Представление инопланетское. Изучают. А, они просто балдеж устраивают себе. Какой-то маленький чудик вылупился. Родился новый инопланетянин, что ли? Так, достижение ready for the meeting. Готов к какому-то митингу. То есть к встрече. Готов к встрече. Пока что оформлю себе все. О, это что такое? Корпус луча смерти. Одночастотный лазерный сердечник, обладающий небольшим переходным затуханием для энергосбережения и более длительного срока. Берем. Так, а что тут у нас еще? Контейнеры, контейнеры. Плакат в коллекцию. Так, надо только постараться, конечно же, ничего не упустить. А для чего мы сюда пришли? Я уже забыл. О, пила нашел. Резак. Такой, по-моему, резак был в Chief Simulator. Zif Simulator, нет? Что за пятнышко такое тут? Не знаю, какое-то пятнышко подозрительное. Чуть погромче вам игру сделай. А то не слышно, как он пукает. Это что такое? Что за вещи? Столы. Отключил. Туда не проникнуть внутрь. Пачки сигарет. Ключ красный. О, тут тоже будет что-то с ключами связанное. Как на прошлом уровне. Не, ну по-моему тут все обыскал, не знаю. Еще на столик запрыгнуть сюда. Что-то такое. Табло какое-то. Cool. Auto. Температура. Cool setting. Голограмма. Тут ничего в комнате не меняется. Я все должен, по идее, отключать. Как я себе представляю, что я должен... Все должен отключать, чтобы у меня... Чтобы у меня ничего мне не мешало. Проходить дальше. Какие-то защитные поля. Так, собираем. Фармим ресурсы. Нам для ремонта пригодятся. Дарим. О, пилка. Инструмент. Так, контейнер. Какие-то бумажки, этикетки. Еще. Это я включил? Куда ведет кабель этот? Куда-то наверх. Отключил. Защитное поле. А, видимо, это защитное поле мне нужно будет наоборот, чтобы я мог пройти по этому вот месту. Поднявшись по лестнице наверх. Ну-ка, тогда пускай горит. Пускай горит, я не против. О, нашел что-то. В коллекцию улучшение пола добавил себе. Так. Плакаты. Еще одну пилку нашел с Zif Simulator. Вот она. Пум-п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 ум. То есть иногда такие поля могут быть и нужны, да? Что-то блокирует дверь. А что там? Тоже какие-то включатели. Кстати, синий кабель. А что может блокировать дверь? Что-то блокирует дверь. Эту дверь уберите мешающий предмет. Кабель, что ли? Уберите мешающий предмет, чтобы открыть эту дверь. Я не представляю себе. А, карточка, вот она. Вставил, нашел. Так, что тут у нас? Еще чуть-чуть, и я чую, как я медленно... Я отключил кабель, он стал уже не синим. Опять включил. Он не синеет кабель, кстати, хочу сказать. Ладно, отключаем. Так, что тут у нас? Баллон. Так, забираем его. Занавески. И что, падать вниз? Куда это я вернулся? К лифту. Это лифт же, да?
чтобы оттуда улетучиваться. Кабель я какой-то отключил. Ой, он как-то уже, по-моему, синим цветом. Ой, красным замигал на секунду. Это поле мне, в принципе, больше не нужно. Давайте его пока что отключим. Пускай тут максимально будет все подключено у меня. На этом этаже я все изучил или не все? Нет, по-моему, еще не все. Вот это что такое? Что-то еще отключил, Рика. Что-то еще вырубил. А это что такое? Упаковки. Веревки. Деревяха. О, там какие-то штуки есть тоже в этом. Так, аптечка. Веревка. Какие-то еще штукенции. Это все ресурсы. Это все для того, чтобы мы могли ремонтировать. Это понятно. Так, все забрал. Ой, книг много вывалилось на меня прямо. Бумажек, этикеток. Так. Фармим. Продолжаем фарм. Уверенно, медленно, но уверенно пополняем запасы свои драгоценные. Так. Калькулятор. Газета. Шкафчик. Еще какая-то ручка. Ручка стального из металла, который можно открыть под любым углом. Забираем. Ручку ношу. Такая маленькая, незаметная. Стаканчик. Так, а на улице идет дождь. А на улице идет дождь. Так, это что такое? Похоже на туалет, на уборную. Тут что-то не работает. Эй, это не проникнуть что ли? Написано it should work. Это работает. На 4 давай нажму. Починить. Не чинится. Это когда-то работало. О, духи нашел. Ничего себе, инопланетяне даже чистят зубы, смотрите-ка. И духи любят, то ли... Это мыло, наверное. О, пылесос. Пылесос нашел. Так, это что такое? Так, одна дверь точно открывается. Так, это что такое? Ковер. Ой, какой-то люк нашел. Вентиляция. Люблю вентиляции. Там всегда какие-то секретики. А куда запрыгнуть? Я никогда не могу залезть. Мне не помещается. Эй, подпрыгивай туда, внутрь. О, залез. Получилось. Чё-то... Я куда-то залез, ребята, не знаю куда. Что-то найду полезного. Ой, я застрял. О, пустите меня. О, пролез. Ага. Ага, с другой стороны выполз. Матрас. Журнал. Туалет и вот тут пиво пил, бутылки вон валяются. Так, вот за чего я так прошел. Я думал, куда-то мне сейчас вообще в неизвестность выведут. А оказывается, все очень элементарно и просто. Так, на чем мы тут с вами остановились? Давайте изучать дальше это все место. Очень все хорошо. Очень все замечательно. Тут кое-что подключал. Наверное, нам нужно двигаться выше. Посмотрим, что там нас ждет. Тут все равно электричество работает. Ужасно, ужасно. Так, мы тут были? А-а. Судя по всему, и тут я не был. Ой, напердел он тут. Так. Микроволновку. Шкафчики, стаканы. Кружки. Кружечки. Фармим, 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 фармим. Так, тут у нас что? Тарелки. Все на продажу. На благо не ламупи, как говорится, да? Так, мусор. Вынеси мусор этим инопланетянам. Даже мусор не могут вынести. А мы не мытую тарелку мы не заберем. О, кофейный автомат. Забираем. Два больших контейнера железячных. Плакат. Коробок. Целая куча, слушай. Забираем все. Забираем. Заберу, заберу. Фармим, фармим, фармим. Так, забрал. Два контейнера, железяк. Так, сверху что-то есть? Нету. Столик красивый. Был. Был, да сплыл столик. И софа была, да сплыла. Так, ну здесь только такие мелкие ресурсы. Ничего такого я сверхъестественного не обнаружил, да? Мико. Вон такое вот помещение, которое я полностью подчистил. Это работает. Да. Так, это мы, значит, зачистили. В принципе, что тут еще? Что тут еще можно сказать? Ой,
перну. Тут ничего не нажимается. А может быть, нам как-то надо через столы туда проникнуть? Нет, тут везде электричество, оно мне сейчас бабахнет током, да? А может быть и нет? Там надо как-то попасть туда и отключить электричество, я так понимаю. Как я туда должен проникнуть? И тут везде ток. По монитору, что ли? На мониторе стою. Ай! Я же говорил, что меня сейчас тут током шарахнет. Кабеля сверху. Может быть, как-то туда наверх можно через лестницу проникнуть? Давай попробуем. Так, подожди, на лестничку. Ну, лестничку. Так, смотрим. Вот кабеля. О, щиток электрический. Так, открываем. О, я отключил электричество. Блин, протечка жесткая. У вас тут протекает. У вас тут течет, господа. Стол, плакат. Это же целый монитор или экран, да? Это смарт бузер. Забираем. Телевизор, плазма. Забираем. Так, тут надо последний рычаг отключить. Агр, я отключил. Ихняя система вся вышла из строя. О, какой я шкодник. Скорее, в подвал. Я чую запах воды. Подожди. Подождешь, у меня вон баллон. Как мне его достать? Подожди. Я, пока я тут не заформлюсь, все, я же не угомонюсь, так что... В подвал, скорее. Ты меня еще подгонять будешь? Скорее. Тоже. Ой. Я чуть не то нажал, кажется. Так, мне это не нравится. Ну ладно, прыгаем. Пацаны, я, по-моему, какую-то глупость сделал. Ой! Ой, я выпался оттуда. Что-то сияет. Туалетная бумажка. Так, тихо, как ее достать? Так, прыгаем. Shift вперед. Прыжок. Ух! Зацепился за краешек. Туалетная бумажка. Ура! Теперь обосрусь с ног до головы. Так, нам говорили вниз спускаться, да? В подвал? Или куда? Или сюда обратно вернуться? Ой, перданул. Смачно так. А мы тут были раньше? А, были. Идем вниз еще. Мы можем так сами спуститься. Скорее в подвал. Какой еще подвал? Какой еще подвал? О чем шла речь? А, вот это вот у меня открылось. А как я туда могу спуститься? Давайте лифт вызовем. А как? Я тут все так... Как-то все сделал неправильно. О, ноль. Ноль, наверное. Так я вот на нуле. Один. В подвал какой-то. Вот это она имела в виду, в подвал. Еще ниже туда спрыгнуть? Давай спрыгнем, ладно. Уговорили меня. А, там какой-то был спуск, по-людски можно было по ступенькам спуститься, вот он. Я тут, кажется, мог по ступенькам спуститься, видите? Ой, я-то сразу не заметил, что у вас тут такая штукенция имеется. О, контейнер какой-то, забираем. Так, это что такое? Какой-то компьютер? Это просто лампочка. Понятно, все с вами. Так, собираем. Плакат. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе, тут у них база, слушайте. Инопланетная база. Даже не с какой стороны подойти к этой базе. Гляньте-ка, тут целый пульт управления. Джойстиков полно. Какое кресло. Инопланетянин сидит, смотри. На нем какие-то там эксперименты ставят. Я проник на базу этих инопланетных существ. Ребята, что мне тут с ними делать всеми? Пощадите ли? Это, наверное, я могу забрать. Используйте три выключателя в правильном порядке. Подожди, кресло классное нашел. Смотрите кабели, чтобы узнать нужный порядок. Подожди, я кресло нашел. Багусень. Это парикмахерское кресло может похвастаться снимаемым и настраиваемым подголовником. Так, но его нужно будет почистить. Кресло красивое. Так, тут какие-то у нас фотографии. Это что такое? Давайте это запустим. Давайте вначале все до конца исследуем. Подождите-ка, я сейчас тут все заформлю, все, что можно, все пособираю, потом буду вашими этими включателями заниматься. Тут еще дела есть важные. Чего вы ко мне пристали со своими этими включателями, со всеми? Может, какие-то вещи есть хорошие, интересные.
Я пока ничего такого интересного больше не вижу. Вроде как все, спустился в подвал. А у меня осталось предметов совсем чуть-чуть, кстати, аптечка. Тут еще вот контейнеры есть какие-то. Сейчас зафармим. Мне сказали, включатели нужно... О! Какой-то что, планшет. Еще один нашел. Забираем планшетик. Что-то пикает. Что-то пикает. Вот это пикает, наверное. Это улучшение стен у меня появилось новое. Это пока что что-то... Нажмите, чтобы открыть. Так. Плакат. И чего? Это тут какие-то подсказки я должен здесь увидеть, поэтому... Тут вижу какие-то кабеля, цвета есть разноцветные у кабелей. Так, тут что-то еще, какие-то бумажки. Так, ну, сейчас будем выдумывать какое-то это самое. Посмотрите на кабеля, чтобы... Вот, допустим, полно кабелей. Полно кабелей, и они все кабеля ведут куда? Вот к этой штуке ведут, вот к этой штуке ведут. Ладно, давайте что-то дернем наугад. Один, два, три. Три полоски на каждом столбце есть. Уже использовался переключатель. Желтый. Пусть еще один фиолетовый. Неправильно, да? Они все обратно отпрыгнули. Два из пяти переключателей поддельные. Два из пяти поддельные. Раз. Неправильный. Пробуйте еще раз. Неправильный порядок. Неправильный порядок. Изучите кабель. Ой, что-то не всех. Фиолетовый, синий, желтый. Я что-то... Попробуйте еще раз, пожалуйста. Фиолетовый. Вот еще один фиолетовый и желтый. Ой, а что-то, видите, оно иногда загоряется, эти столбики, по-разному. А ну-ка. О, зелененькое. Один. То есть верный был? Второй. А, второй, видимо, неправильный. Не, что-то не то мы делаем с вами. Вот я вот это еще открыл. Видимо, такая-то подсказка. На что это все дело нам намекает? Как вы думаете? Я пока что не даю. Не даю дупля, как говорится. Еще как это дело все работать должно? Два выключателя поддельные, мне сказали. О, второй загорелся. Вообще никакой не загорелся. Так, это какая загорится? Первая загорается. Ну, это зеленая. Двоечка зеленая. Так, это не то. Единица. О, единица загорелась. О, единица. Это двоечка была. Это двоечка. Это единичка. Это двоечка. О. Какое-то пиканье интересное. И троечка. Это была единичка. Это двоечка. А троечка что? Единичка. Нет, это двойка. Значит, неправильно. Единичка. Это уже неправильно. Подожди. Я запутался снова. Единичка. Двоечка. А что из них было тройкой? Это тройка, да? Единичка. Двоечка. Это тройка была? Я уже сбился. Блин, сбиваюсь. Единичка. Двоечка. Тройка. Наконец-то. Так, сияние разумом, ошибка данных. Звездочка вон сияет. Спасибо, что спас меня. Пожалуйста, освободи разум. Получено достижение. Когда-то здесь проходила величайшая вечеринка вселенной. Ой, они тусуются. Но вор спер мой драгоценный самогон. Нам... Нет, нам очень-очень грустно. Самогон у него спер, вор. Стив Грей, иди на лунную базу и притащи нам самогона. Нормальные инопланетяне хотят бухать. Помоги нам, охотник за старьем. Только ты можешь спасти вечеринку. Они хотят бухать. Они хотят самогонки. Так, веселуха у вас, инопланетяне тут, конечно. Я тут хотел шлем этот забрать, судя по всему. 715 баксов. Классный шлем, берем. Так, и чего? Какую еще базу? Откуда мне вам самогон притащить? Искомый предмет найден, и остался какой-то один всего лишь предмет, который, как обычно... Это что такое? Тоже какое-то табло. А для чего мне эти вот табло открывать?
Как обычно, я где-то какой-то один предмет пропустил, который я не знаю, как мне теперь его найти. Но я искомый предмет нашел, то есть, грубо говоря, я уровень прошел на... А, тут нельзя лифт вызвать. Надо подниматься. О, мусор нашел. Ну, о, нажал. И где мне теперь этот искомый предмет искать? По всей базе ползать как-то мне особо желания нет. Главное, что я искомый предмет нашел. Туалетную бумажку нашел. В принципе, да и мне больше и не надо, наверное. Наверное. Может, тут где-то какое-то помещение я пропустил в одно. Это долго будет искать все это, один этот предмет. Мы, наверное, отправимся домой. На аутсайд. Инопланетян говорит мне, принеси мне самогонку. Ты что, обнаглел, инопланетянин? Угомонись, я лечу домой. Я нашел свои предметы. Один всего лишь какой-то предмет не нашел. Но самое главное то, что я нашел основной предмет. Сейчас посмотрим, может, какой-то еще самогон можно где-то раздобыть. Где мой дружбан? О, тут накакал, мух летает. Я внутри такое слыхал. Страсть, какие чудные звуки. А если он там был внутри, какал, то каким образом он не перенесся к инопланетянам? Он же должен был тоже к ним попасть. Я не удивлюсь, если где-то здесь этот предмет закопан. Совсем не удивлюсь, если где-то здесь он зарыт. Они на самом деле... Ой, какой тут может что-то раскопать можно. О! Я так и знал, это последний предмет, по-моему. Если я правильно... Осталось предметов? А, нет, еще где-то есть предмет один. Это нет, не последний предмет, видите? А я думал, что последний. Значит, еще два предмета. Значит, два предмета я не нашел, а не один, к сожалению. Я уже был обрадовался, что я все предметы найду на карте. Всегда приятно проходить уровень на 100%. Всегда. Так, подождите-ка, я тут еще что-то могу поискать. Лопату уберем. Заборчик. О, мусор. Забор. Может, я сейчас могу обойти стороной этого сотрудника ФБР и подойти ближе к этому летающей тарелке? Забор. Не, меня ближе к летающей тарелке не пускают, хотя я пытаюсь к ней проникнуть. Смотри, она горит. Ой, что стреляет. Бахкает. Мужик, пусти меня. Мы следим за вами, охотники за старьем. Нельзя забрать. А если сюда пролезть? Тоже нельзя. Ладно, я... У меня нету цели проходить прям так уж игру так задрачивать, а проходить ее на 100%. Так что, в принципе, нормально и так. Покидаем. Вот, 19 из 20 предметов найдено. Искомый предмет найден. Золотая бумага найдена. Коллекционные предметы. Прошел уровень. Хоть и не на 100%, на 99,9%, скажем так, процентов был пройден уровень. Что мне сейчас нужно сделать? Мне нужно предметы сюда скинуть. В следующей серии я буду их чистить. Тут есть и для чистки предметы какие-то. Лягушек будем собирать, пазлы будем собирать. Вот для чистки есть некоторые вещи. И продажа у нас, я так понимаю, не произошла. Вот предметы будем продавать еще. Когда у меня будут уже торги, тогда я уже, значит... компьютер, мы зайдем в комп сейчас. Почта. Вот. И запаковать и отправить шлем. Вот, почта. И вот у меня тут дальше уже два уровня и оба с торгов. То есть мне нужно будет уже заниматься реально... тяжелой, так сказать, работой, продажей с того, что я понаходил. А на сегодня все, мы заканчиваем видеоролик. С вами был Неломоб, мы играли в игру под названием Barn Finders. Ложимся спать и прощаемся. Всем пока-пока.